Взять вопрос обслуживания жилого фонда под жесткий контроль. В офисе управляющей компании «Авангард Восток» вновь прошла встреча с жителями. Директор организации представил отчет о проделанной работе за неделю. Что-то сделано, но многие вопросы не решены. Мы возьмем все на контроль администрации более жесткой. Мы будем сами контролировать все вот эти вопросы до наведения порядка. Без малого 3 месяца «Авангард Восток» обслуживает жилой фонд. На еженедельных встречах в офисе организации подробно разбираются заявки от жителей, ставятся задачи, решить которые необходимо в недельные сроки. Однако компании далеко не всегда удается в них уложиться, а жители ждут и надеются на то, что наконец в их домах наведут порядок. И теперь администрация муниципалитета намерена усилить контроль за выполнением действующей УК и ее обязанностей, своевременной и оперативной отработки заявок от жителей.